После беседы произносите благословение. Звучит они очень утвердительно. Господь благословит, укрепит. По какому принципу это работает, тот человек получает эти благословения и когда. Есть такая особенность у русского языка, потому что когда на русском языке обычно читают благословение, то скажем, да даст вам Господь, да благословит Господь, да исцелит Господь, да, и вот это да, пусть, как бы, да. В иврите этого нету. Ни в одной еврейской молитве не звучит вот это да. Мы просто говорим, Господь исцелит. Господь, мы выражаем свою веру в то, что Господь так сделает. Да, поэтому, когда вы спрашиваете, собственно, вопрос был какой, после беседы вы произносите благословение, они звучат очень утвердительно. Благословит, укрепит, даст вам, да, то есть мы не говорим «да даст вам», «да благословит», «да укрепит». Эти слова возникают в русском переводе в силу грамматики русского языка. В иврите этого нет. Просто мы говорим благословит, укрепит, поддержит, исцелит,